Сегодня около 5 часов 30 минут утра на 31-м километре автодороги Кадакова-Дубна произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение с участием двух автомобилей. Автобуса ПАС, который перевозил работников Дмитровой горы на работу, то есть двигался в сторону города Дубны, навстречу ему в направлении Конакова. Водитель Mazda 6 по неустановленной причине совершил плавный съезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего водитель ПАЗа, предприняв все необходимые меры к торможению, столкновения избежать не сумел. В результате ДТП водитель автомобиля Mazda 6 погиб на месте происшествия. Пострадали порядка 15 пассажиров автобуса ПАЗ, всего находилось 20 человек плюс водитель, и 6 человек сейчас госпитализированы в ЦРБ Конакова. Тяжелых повреждений у пассажиров автобуса и водителя автобуса нет. Установлена как-то причина, что могло случиться? Трезвый ли был водитель Mazda? Естественно, это будет установлено только в рамках проведения доследственной проверки. Пока такой информации нет, однако есть понимание, что водитель молодой, стаж управления его менее 2 лет. Скажите, насколько опасен этот участок относительно аварийности? Участок не аварийный. За последние 5 лет на данном участке ДТП не фиксировались. Прямая в плане, видимость хорошая, перекресток дорог в одном уровне, ну, примыкания грунтовые, соответственно. Но то, что он будет осуществлять поворот, вот водитель с Мазды, таких показаний к этому не было. Скажите, кто выезжал на месте, кто работал, потребовалась помощь МЧС? Значит, на месте работала МЧС, бригада скорой медицинской помощи, госавтоинспекция, следственно-оперативная группа в полном составе. Скажите, пожалуйста, есть информация, с какой скоростью ехал водитель Mazda? Нет, к сожалению, такой информации пока не получено. Деформация очень серьезная. Правая сторона автомобиля практически замята, и под повреждение передней консоли, поэтому пока вот не добраться еще. А автобус ПАЗ принадлежал предприятию? Предприятию, да, совершенно. Документы на первоначальную проверку все представлены. Застрахован, полюса, техосмотр, предрейсовые осмотры, путевой лист. Водитель трезв. Сам водитель автобуса пострадал? Водители автобусов, пострадавших, отсутствуют. Водитель автобуса пострадал? Пострадавших отсутствует. Нету. Не пострадал. То есть 15 пассажиров или 14? Из 20 пассажиров 15 пострадали, из них 6 госпитализированы. Остальные амбулаторное лечение. Ага. 6, но не тяжелые? Нет, тяжелых нет.